Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3. И сейчас у нас хорошая миссия. Надо вывести этого гребаного заключенного. Да. 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 Кто там еще? Взбан. Попал под раздачу. А, нет, не взбан. Легкая наизнанку. Ну, я уверен, это будет легче. Этому что, ножку оторвало? На голяшку. Здорово. Берцовую кость. Хорошо, теперь он сможет пройти. Так. Пойдем. А, так, минутку. Да, ну это так, для потехи уже. Потехи ради. Так, а чё мне надо? Направляйтесь к бойницам. Я как понимаю, он сам уже там выйдет. Так. Неплохо, но я же все. Ух ты, пыточная камера. Смотрите. Ай-яй-яй. Ну немцы же, садисты. Идеология, тварь, твою ж мать-то. Так. Как мне на свежий воздух-то выйти? Что-то я понять не могу, так. У меня вот сомнения были все это время. Это кто? Это гранаты, которые были? Так. Давайте вот еще использую вот этот пластырь. Все равно он только две делает. Ну и заберитесь по лестнице, да? Давайте заберемся по лестнице, посмотрим, как прекрасно с высоты наша саванна. А я напоминаю, что игра происходит под группу Grand Courage. Я прикрою его со стены. Так. Ему нужна любовь. Где ты? Да я не вижу вас. Так, где ты? Да, в голову. Чтоб наверняка. Уверен, я бы легкое ранение устроило, но оно бы не устроило меня. Шею. Перебил шейные позвонки. А, нет, смотрите, там в лоб поставил.
А, надо было в гранату. В голову. Вроде неплохо, да, справляюсь пока. Еще раз в голову. В область лица, я бы даже сказал. Вот так вот оно, как я говорил, так оно и вышло. Это война, мать его. Это вам не сиськи мять. Да. Его даже так-то и не заметно, да, что он сзади-то был. Всегда ожидаю, что он спереди где-то. Да. Кто еще скукрисал? Давай. Да, в голову. Я вам покажу, как хрюшку обижать. Ну ты же там не одни. Вот и кореш твой там же оказался. Недалеко ушел, знаешь. Вот такие чудаки. Кошмар. Нацики. Да. Как можно по живым людям стрелять? У вас нет ничего святого. Голову. В затылок. Нет? А что, или даже двоих сразу? Ну, неплохо. Так. Неплохо, сказал зять, кинув тапок в кота, попав в пищу. Да? Смешно. Ладно. Не бубу. Где еще? Да в упор не вижу пока что. От кого ты отстреливаешься? Хоть сторону намекни. Вот так вот. Вот и бестолковый его. А, нет, хребет, смотрите-ка. Кто? Да кто стреляет?
Ну, в упор не вижу. Намекни. Может, так хотя бы что-то вам будет ясно. Давай-ка еще разок. Так, может, вам хотя бы ясно будет. Он двигается. Мало патронов. Так, а интересно знать, я могу здесь спуститься? Или нет? Так, восстанавливай, давай, до 79 хотя бы. Господи, как вы далеко находитесь-то? Особенно для вот этой снайперской винтовки. Это же кошмар. А вас еще двое. Где второй? Да. Вот я надеюсь, двоих нет. Хрен там двоих. Так, патронов на вас не хватит. А я хотел здесь все расстрелять к херам. Ну, кстати, смотрите, на каждого такого все меньше и меньше становится. Что не может не радовать? Да. Давай. Вот так. Ну, этих-то можно и так пристрелить. Это уже не расстояние. Конечно, надо учитывать ветром, влажность, что земля кривая и тому подобное. Это же всего лишь игра. Игра, которая становится вечной. Давай, ты что, не можешь выйти? Почему? Черт! Да кто хреначит-то? Патроны кончаются. Да. Первый. В гранату, надеюсь, нет? Чёрт. Патроны кончаются. Чёрт. Блин, как ты сохранил, да, неудачно? Патроны кончаются. Ух ты! Куда?
Да, я должен еще. Так, это первый. Там второй есть. Вон он. Чёрт. Блин. Патрон включается. Так, в шею. Второй, давай. Так, загрузить игру. Нет. Итак, надо. Давайте сохраним здесь опять игру. Сохраняем. Все, так, теперь у нас. Ему нужна небольшая помощь. Ничего себе небольшая помощь. Очень даже большая помощь нужна ему. Его здесь каждый норовит обидеть. Где? Ё-моё, еще хрен попадешь по бегущему-то. Уворачиваться, падла, что ли? Где мясо? Да. Так, а я стоя, да, стреляю? Надо исправить это. Так. Кто где по нему стреляет? В голову. В голову. Ну, согласитесь, гораздо лучше уже, да? Так, их там трое было, если не ошибаюсь. Да, трое. Третий червяк. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Неплохо я тебя оберегаю-то. Прямо-таки мать Тереза сейчас. Да. Сколько я так вот настреляю, интересно? Так вот за этот раунд. Это ж много, если брать по очкам. Да-да. Держится. Так. Так. Что, взял, нет? Да. Прибил обоих. Давай, и этому еще. Да. Куда ты ползешь? Обрубки, куда же вы? Давайте.
Так, где? Так. Господи, давай, только выживи, скотина. Да, не ты, естественно. А тот, кого я прикрываю. Где? Ну не вижу я. Кто-нибудь видит? Я вот не вижу. Вижу своего только человечка. Но я уверен, его сейчас загасят, если я ничего не предприму. Только откуда? Скажи, откуда по тебе стреляют? Так. Мне отсюда не уйти, да? Прикройте огнем. Значит, надо искать. Так. У меня со стены никто не стреляет. Где же? Давайте попробуем, не знаю, автомобиль взорвать, может. За ними кто-то. Да. Давай, хромой, косой, без руки какой-то там. Беги. На пузе гранаты нет. Жаль. Давай. Вот так. Я тебе куда? Позвоночник, наверное. Автомобиль. Да. Да. Взрыв. Соседний это автомобиль должны взорваться, нет? Да. Сначала в затылок первый упадет. Который ближе к нему. И второй тоже. Кто у меня остается? Давай сохранить. Нет. Нет. Вот так. Где? Подбросил, видели как? Где? Кто стреляет? Покажите. Остановите, остановите. Витя. Витя, надо выйти. Может, я что-то... Бинокль-то, кстати, такой же, как прицел. По дальности-то. Кто где? Ты бы хоть маякнул бы в какую сторону.
давай-ка на всякий случай подготовим машину. Нет, это не человек. Да. Посмотрим, что из этого получится. Ну, и что из этого получилось? Патроны. Кажется, он идет. Вышел. Ну все вроде бы, да? Я как, выжил, нет? Он-то выжил, а я? Сейчас его машина собьет, как в лучших американских боевиках. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!